Ямал – один из 8 регионов нашей страны, которые участвуют в пилотном проекте по созданию арт-резиденций. Дмитрий Артюхов об участии округа в этом проекте рассказал накануне на фестивале «Таврида Арт». В Крыму губернатор Ямала выступил на сессии развития культурных арт-резиденций в регионах России. Идею обсудили с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Главная задумка здесь заключалась в том, чтобы создать такое уникальное пространство возможностей. Послание президента Федеральному собранию в прошлом году Владимир Владимирович говорил о том, что каждый человек у нас в стране талантлив, а ответственность государства заключается в том, чтобы создать условия для реализации этого таланта. Очень важно, чтобы такое пространство возможностей у молодых деятелей культуры в нашей стране было не только в короткий промежуток времени, во время форума или фестиваля, чтобы оно было постоянно, чтобы это существовало в каждом регионе, в котором ребята живут. До конца этого года концепция резиденции будет сформирована. И уже в марте 2020-го они откроются в регионах. На Ямале будут работать 3 арт-резиденции. Первая весной откроется в Салехарде, следующая в Новом Уренгое и Ноябрьске. В Тавриде Дмитрий Артюхов пообщался с ямальцами, участниками фестиваля. Обсуждали, какой должна стать ямальская резиденция, чем ее наполнить, какие творческие направления в округе самые популярные среди детей и молодежи. Видим развитие арт-резиденции на базе Центра молодежи. Сегодня, слава богу, развиваются города, появляются новые объекты. Конечно, мы должны из такого вот все на свете переходить к фокусу. Творчество, конечно, должно стать фокусом того, что будет проходить в стенах этих молодежных центров. То, как сегодня они выглядят, самое, наверное, главное, о чем мы должны здесь подискутировать, что там должно быть, какой контент. Губернатор подчеркнул, что ямальскую молодежь обязательно пригласят на обсуждение наполнения арт-резиденций.